В Покровском храме Саратова прибывает ковчег с мощами блаженной Матроны Московской, принесенной из Успенского монастыря города Новомосковска. Святая блаженная Матрона прошла вместе с русским народом через самые тяжелые исторические испытания. Она пережила революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную войну, и в этих страшных испытаниях явила пример чистой, незамутненной веры. Поэтому верующие прибегают к ее молитвенному заступничеству с такой любовью и доверием, отметил клирик храма иерей Ярослав Коздрин. Ковчег с мощами святой Матроны будет пребывать в Покровском храме Саратова по 4 ноября. Доступ к святыне открыт ежедневно с 7:00 до 21:00. Перед мощами совершаются молебны с акафистом. Сразу после литургии, затем в 12:00, в 14:00 и после окончания вечернего богослужения, кроме 4 ноября, когда будет совершено два молебна в 15:00 и после вечернего богослужения. Адрес храма – Саратов, улица Максима Горького, 85.